как бы вы там не хотели своего ребенка воспитать чемпиона, если он этого не хочет, если он не готов к этому морально, он никогда и не реализуется как спортсмен. Когда ты приходишь примерно к этапу коричневого пояса, черного, ты уже начинаешь немножко пересматривать джиу-джитсу и начинаешь понимать, что с одной стороны ты вроде бы знаешь немало, но с другой стороны тебе нужно прям видеть основы. То есть, по сути, тебе надо джиу-джитсу изучать заново, как бы как азбуку. Смотрите курсы Рафа и других спортсменов. На BJ Freaks. Art of Jiu-Jitsu. На BJ School Online у меня пожизненный премиум, и я об этом ни секунды не пожалел. Я не знаю, кто сейчас президент. Ребят, это вообще пушка будет.